10 причин, почему близнецы – лучший знак зодиака. Близнецы – очень разносторонний знак, в основном известны своей двойственностью. Близнецы могут быть общительными и веселыми, или созерцательными и серьезными. Все зависит от их настроения. Часто черты близнецов не так фиксированы, как у других знаков, и многие не полностью соответствуют описанию типичного близнеца. Давайте посмотрим, что делает изменчивых близнецов лучшим знаком зодиака. Первое. Общительный. Правящая планета близнецов – Меркурий. Он наделяет близнецов общительностью. Им часто есть что сказать, и они всегда знают, что сказать и когда это сказать. Близнецы – мастера общения. Они обладают выдающимися вербальными способностями, интересными мнениями и больше всего любят интеллектуальные дискуссии. Второе. Энергичные. Близнецы известны как энергичные и остроумные личности. Им удается оставаться молодыми даже в старшем возрасте. Их динамичная природа делает практически все возможным. Иногда кажется, что близнецы делают слишком много дел сразу, но не волнуйтесь, они прекрасно справляются. Близнецы любят хорошо провести время, но иногда им необходимо побыть в одиночестве. Интеллектуальные. Они с легкостью могут говорить обо всем на свете, от политики и религии до путешествий и рецептов. Они смотрят на вещи под разными углами и могут переходить от одной мысли к другой быстрее, чем молния. Они действительно наслаждаются дискуссиями, в ходе которых они собирают идеи и информацию. Четвертое. Любознательные и любопытные. Вы придумали новую захватывающую идею, хотите поделиться ею с кем-то? Близнецы будут рады услышать это и обсудить. Они любят новые задания, разнообразие и все, что означает углубляться в неизвестность. Из-за своих пытливых и любопытных умов они любят узнавать о новых предметах. Это удерживает их от самого большого врага – скуки и застоя в жизни. Пятое. Непредсказуемые. Многогранные близнецы никогда не перестают удивлять. Даже самые близкие никогда не могут знать, чего ожидать от непредсказуемых близнецов. Они имеют возможность удивлять своих сверстников на каждом шагу в их жизни. С их разносторонней личностью они часто находятся в центре группы, развлекая всех, заставляя их смеяться и веселиться. Шестое. Чувство юмора. Близнецы смелые, смешные, способны заполнить комнату смехом. Часто у них есть злое чувство юмора, поскольку они мастера сарказма. Они будут указывать на все ваши неудачи и смеяться над этим, но не принимайте это на свой счет. Они заставят вас смеяться вместе с ними. Эта черта поднимает настроение окружающим. Седьмое. Многогранный. У близнецов много интересов. Этот весьма многогранный изменчивый знак пользуется различными ситуациями и людьми. Жизнь с близнецами никогда не бывает неинтересной или скучной. Близнецам всегда есть чем поделиться со своим партнером. Восьмое. Вежливые и заботливые. Близнецы любят кокетничать, но они верны. Мужчина-близнецы – один из самых вежливых мужчин, с которыми вы столкнетесь. Они открывают двери, посылают цветы, отодвигают стулья в ресторане. Они будут вас любить и баловать. Если близнецы вас любят, то нет ничего, чтобы они не сделали для вас. Девятое. Дружелюбные. По своему поведению они дружелюбные и воспитанные. Они любят флиртовать и легко находят новых друзей. Десятое. Очаровательные. Близнецы могут легко адаптироваться ко всем обстоятельствам, и их спокойное, позитивное отношение является непреодолимой приманкой для всех, с кем они соприкасаются. Обладая природным обаянием и большими социальными навыками, близнецы хорошо подготовлены, чтобы успешно принимать вызовы жизни.